Из-за войны в Украине запасов пшеницы на земле осталось всего на 10 недель. Такие данные сообщает Организация Объединенных Наций. Так как Украина одна из ведущих стран-поставщиков зерна, она является стратегическим государством для всего мира. Если поставки зерна не наладятся в ближайшее время, то ученые прогнозируют голод на земле, который приведет к гораздо большему количеству жертв, чем в Украине. Украина готова поставить зерно на внешние рынки, но не может этого сделать в связи с блокировкой морских путей кораблями военно-морских сил России. Политологи уверены, что таким шагом, как блокировка вывоза зерна в другие страны, Путин пытается давить на Запад для того, чтобы навязать свои условия. Он рассчитывает сесть за стол переговоров, где будет диктовать свои условия. Но на экстренном совещании представителей стран Америки и Европы было принято иное решение. Главы государств решили, что с Путиным разговаривать бессмысленно, и пошли другим путем. В Украину в ближайшее время будут поставлены из Дании ракеты американского производства «Гарпун», которые способны поражать корабли на расстоянии 300 километров. Стоимость такой ракеты – 1 400 000 долларов. После того, как в Черном море был подбит крейсер «Москва», ему на замену пришел адмирал Макаров. Теперь выходы из Черного моря контролируют 6 кораблей и 3 дизельные подводные лодки. Путину уже поставили ультиматум. Если корабли не уйдут, они утонут. Шутки закончились. Какое решение предпримет Путин, покажет время.